Возведение школы на 825 мест в поселке Дрожжино стартовало в начале 2022 года. Учебное заведение площадью более 12 тысяч квадратных метров располагается в микрорайоне Бутово-Парк-2. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Образование». По словам строителей, сейчас школа готова уже на 95%. Внутри здания проходят уже завершающие работы по отделке, пусконаладке и расстановке технологического оборудования, мебели и всего необходимого для функционирования школы. Работа проводится также под контролем непосредственно Министерства строительного комплекса Московской области. И проходя документация, получающая все эти согласования, проходящая экспертизу, она как бы по своему содержанию на сегодняшний момент такая достаточно современная и насыщенная технологическими особенностями в части современного оборудования. Проект подразумевает строительство современного технологичного учебного заведения, где у каждого школьника появится возможность развить свои таланты и получить максимум полезных знаний. Все классы оснастят интерактивными досками и проекторами. Будут оборудованы лаборатории, мастерские, IT-зона, несколько спортивных залов для разных видов активностей. Здесь два больших спортивных зала, один тренировочный, один игровой, один зал атлетический также находится здесь, расположен, и зал хореографии. Большая столовая рассчитана на 450 посадочных мест и оборудована современным пищеблоком. На довольно обширной территории вокруг школы разместятся стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, площадки для занятий теннисом, воркаутом и волейболом. Завершаются уже работы по благоустройству, наносятся финишные резиновые покрытия, устанавливаются мафы. Планируем, как и изначально задача была, в сентябре школа будет открыта. В школе также будет безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Свои двери учебное заведение откроет 1 сентября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.